Такой теплый ноябрь выдался впервые за последние 10 лет. Плюсовая температура и отсутствие снежного покрова сказывается на животных. Ежик Гаврош – житель теплых стран, и ему вполне комфортно в условиях такой зимы. Ну, я думаю, что в декабре он у нас уйдет в спячку. Мы создадим ему такие условия, чтобы это произошло. Чтобы не нарушать естественный процесс. Да, да. Эти египетские ежи питаются ядовитыми змеями. На станции юнатов ребятишки змей Гавроша не дают, а кормят его сыром, морковкой и молоком. И не хотят, чтобы этот шустрик уснул на целых 3 месяца. Это наш любимый ежик. Мы его кормим, ухаживаем за ним. И к Новому году решили превратить его из ежика в снежика. Так что у Димитровграда есть теперь и живой символ новогодних праздников. Евгения Креминская, Валерий Мазин, новости Димитровграда.